Ну и что? Да, ну наверх не туда, не туда. Ну конечно же, и хлопцы переживают с началом войны, и за семьи, за свои, за наших хлопцев, которые на передовой. Как говорится, каждый на своем месте, но и тем не менее мы душой с ними, блин, и уголь кому-то надо давать. Все, бойся, запускаем, мы вышли. Ну, к тому же мы решаем основную задачу для нашей страны в целом. Обеспечение необходимым сырьем и обеспечение энергобезопасности. И это ключевое его главу. Ну, как вы понимаете, дело то, что у нас происходит в стране, касается вплоть каждого. И у каждого есть друзья, знакомые, которые в той или иной мере задействованы в обороне и защите страны. По-любому это кого-то касается.